Пацаны, палим обнову! Мы выслеживали этих сволочей 7 месяцев. Вау! Вау! Разведка доложила, что вооруженная группа собирается атаковать этот объект. В группе замечены особо опасные преступники. Отморозки каких поискать? Брать живыми или мертвыми? Да ты шо? Их цель – уничтожить склад и биологический реактор. Оба объекта крайне важны. Потеря любого из них недопустима. Да ты что, пацаны? Противник прорвался на территорию объекта. Готовность через 5 секунд. Прием. Что они сделали? Let's go. Я готовился к этому дню до потери пульса. Эта операция должна остановить это безумие. Феникс, прием. Трое потерь. Это новые скины, это новый компетитив, пацаны, по-любому, это новый компетитив. В Нортона были замечены к 7-7. Принял. О, ребята, мы так и знали, что это тренировочный полигон. Именно на том скриншоте был тренировочный полигон. И да, вон, хотя вместо мишени мы имеем какие-то 3D-модельки оранжевого цвета. Я не знаю почему, но... Офигеть, но это очень круто смотрится. И неужели новая моделька игрока? Новая моделька, интересно, по-моему, как-то переработанный М4, но не суть. Дальше смотрим. Положение главного мерзавца остается неизвестным. Похоже ли это, что нам добавят, ребятушки, клиент-сервер, потому что, ну, в принципе, окей, а эти боты, это не боты, это просто статичные модельки, но если бы они как-то двигались, это было бы понятно, что это клиент-сервер, потому что это боты и так далее, но похоже, это не боты, и в 0.14.0 нас не ждет клиент-сервер, но смотрим дальше, что-то интересное, берет он каску. Не облажайся на этот раз. Мы думали, кстати, по поводу перчаток, но, в принципе, перчатки здесь дефолтные. То есть в стендов, в принципе, не добавят перчатки. Но все может, конечно, измениться. Этот раз. Сегодня достану отморозка. Новый скин на М4. Бэм, ребята, похож на 5-7. Конечно, это же опять компетитив. Мне кажется почему-то, что это компетитив, потому что М4, 5-7, все это как бы в одной стилистике. И, возможно, ждет новый компетитив. Пока что здесь они, возможно, ну, не будут показывать новые скины. Но если мы прямо в этом ролике увидим какие-то скины по-другому нарисованы, нежели чем вот эти вот два скина, которые мы видели, возможно, все-таки это прям 100% информация, что как бы, да, вот они, как бы, скины из новой коллекции, там, может быть, это из Battle Pass'а, возможно, они переделали Battle Pass'ы, это из Battle Pass'а, ну, как бы, хрен его знает, но смотрим дальше. Хорошо. Это Rust? Пошел. Это, ребятушки, Rust! Это, ребята, осенний Rust! Ворона. Воу-воу-воу-воу. Может ли это знать? Вот вы знаете что? Мне кажется то, что в 0.40 будут переработаны анимация третьего лица. Что-то вот мне кажется, потому что, ну, здесь как бы это motion capture, возможно. Возможно, здесь участвуют актеры, которых записывали как бы на студии, их движение и так далее. Но очень живенько, очень сочно выглядит этот трейлер, конечно. Да, но это motion capture, что-то мне так кажется, чуваки. Я поначалу подумал, что это ложная граната. Знаете, как в CSGO ложная граната, типа ты кидаешь, и она издает звуки стрельбы. Но, в принципе, окей, это обычная слепа. P350, чуваки, ну заметьте, P350 выглядит как 5-7, в стилистике как M4, похоже, это отсылка на компетитив. Все возможно, это отсылка на компетитив. Эксель Болт, здесь респект. Сразу видно то, что это русскоязычная студия.
Что? Айдишки? Никнеймы, ММР? А если эти айдишки пробить, ребята? А если реально эти айдишки пробить? Чё вы думаете? Это типа карточки бойцов, окей? Похоже ли это, ребята, на то, что нас ждет таблица лидеров? Похоже ли эта доска на то, что все-таки нас ждет таблица лидеров с ММР, с никнеймами, с ID и так далее? Медальки или это что это такое? Что это ключи? Что? Что это такое, ребята? Это похоже на медальки. Это похоже на медальки. Итак. А! Эксель Болт. Ну это Сакура, Китай. Оу. Вау, погнали! М-ка! М4-1С, М4-1С, М4-1, новые противники. Новый! Вы видели, новая коллекция. Новые, наверное, террористы. Боже мой, тихо. Полетели. Новые оперативники, по-любому. Новый оперативник, новая карта. М4-1С, вы только что видели. Полетели. А, фабум, это фабум. Пулемет! Будет пулемет! Рома только что говорил про пулемет. Итак. Это у нас окей. Может быть, сейчас покажут то, что карта будет видоизменяться. Нет? Третий сезон. Воу! Итак, дамы и господа, все, давайте. Подожди. Coming soon! Совсем скоро. Итак, господа, 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 господа. Итак, смотрим. Нифига себе, ё-моё! Итак, я обновляю, смотрим. Итак, погнали, давайте поподробнее. Поподробнее идем. Итак, Excel Ball, понятно, это название студии, это окей. Let's go. Сейчас... Новая карта, окей, это новая карта, Сакура, все дела, там, где-то в Китае, you know I'm say, let's go, окей, понятно, смотрим дальше, новые оперативники, это новые оперативники под новую карту, новые оперативники, потом у нас М4-1С, ёлки-палки, и теперь интересно, это будет как отдельная пушка, либо это будет, нет, не вместо М4, потому что М4 мы тоже видели, 24, что 24? Что здесь написано 24? Неужели это 24 июля? Неужели? А что на китайских иероглифах прямо сейчас нам Рома Грис переведет? Давай посмотрим. Давай посмотрим. Так, видно. Так, окей, отлично. Новая медалька. Полетели раз. Потом у нас получается новый... новая коллекция. Но это также, блин, может быть и скинами на Battle Pass. Прикольно, мне уже нравится. Окей. Смотрим. Всего лишь элемент локации? А что там написано? Круглосуточно. Так, это не 24-го, это элемент локации, типа, то заведение работает 24 часа, то есть, поняли, да? Я тоже новый медаль. Так, подожди, мы видели еще скины, так. Итак, мы видим скин на АВМ, на МП7 видим скин, господа. Короче, это новый кейс. Все, видишь, он в кейсе, это новый кейс, чуваки. То, что мы там видели, это получается батл пасс по-любому, потому что там медалька. Там медалька, это новый батл пасс. Здесь это кейс, вот он кейс нарисованный здесь. Еще кое-что заметил. Немножко раньше. По поводу кейса, во-первых, мы вот здесь видим первую медальку, да? Mm-hmm. Но вот здесь в
кейсе лежит еще одна. Возможно, это новая System коллекция. Но, ну, типа, новый компетитив, по-моему, да? Новый компетитив, возможно, нас, господа, ждет. Так, ну что-то здесь какие-то пули разбросаны, окей. Так, кейс, мы видели кейс. Здесь больше вроде бы ничего нет. Так, это новые оперативники за террористов, это понятно. Так, это новые скины, новые... Так, я вижу Ксефабум, я вижу Блинблинский, Мпуюмп, я вижу. И кейс, опять же говорю, вот кейс. Нас ждет новый кейс, наконец-то. Так, балдеж. Так, подожди, давай посмотрим, что у нас здесь на так, здесь. А, что у нас здесь? Что у нас здесь? Что у нас здесь? Так, P90. Так, какие? Ну, в принципе, эти пушки, все у нас окей. Это, блин, чуваки, боже мой! А, голосовые команды. Здесь у нас голосовые команды показаны. Голосовые команды. Будут голосовые команды. Итак, заход. Подожди. О, так, это МК обычная. Так, ну это сайленсер, это понятно. Пулемет! У нас будет пулемет! Подожди, один. Здесь один. Так, а что там было? Единица, интересно. Типа, это А, это этаж, это понятно. Будут ли у нас камеры как элемент, я не знаю. Типа, окей, странно. Окей, заходит. Угу. Понятно, стреляет. Окей. Пипу-пипу-пиу. Стреляют. Гильзы, все дела. Нет, это понятно. Ну, третий сезон, окей. Третий сезон. Итак. Все. Все понятно. Чуваки, давайте сейчас я... Погнали. Итак. Это у нас Греция. Новая карта. И да, здесь мы видим прекраснейший синематик. Мне очень нравится, как у Аксельболтов синематик за синематиком все лучше и лучше. И мы видим прекрасного бородатого мужика. Ты просто посмотри, какой он детализированный, красивый, детали, все дела, вертолет. Что же это может быть? Давай мы посмотрим, что будет, во-первых, дальше, а потом я уже буду какие-то свои выводы или догадки вам рассказывать. Итак, погнали, все, прилетел. Эксельболт, это наши разработчики, наши любимые. Погнали, бомба. Пока в одной точке мира происходит дерзкая кража стратегически важных ресурсов. Это у нас отсылка на зону 9. Помните, где мы эти контейнеры с химическим оружием, видимо, воровали, все дела. Да, сейчас у нас, получается, идут отсылочки к прошлым трейлерам, к прошлым сезонам. Вот, даже давай немножко потише сделаю, тут что-то как-то я перекрикиваю. Давай дальше. Окей, зона 9 показывают. Хорошо. А, дерзкая кража, да-да-да. Дальше мы переносимся на Rust, помните тоже, это у нас, по-моему, было 0.14.0. А другой, самонадеянный салага, это вот-вот-вот салага. Самонадеянный салага пытается дать отпор отряду вооруженных повстанцев. Да, это такие, знаешь, отрывочки, чтобы мы сели, вспомнили, что вообще было в прошлых трейлерах, потому что, как говорится, нужно, знаешь, чтобы идти вперед, нужно немножечко оглянуться назад, потому что, возможно, все это будет, как говорится, возможно, знаешь, вот этим мувом Аксели показывают, что, возможно, какая-то нить сценарная все-таки есть у трейлера, и все-таки у нашей с вами игры стендов, а потихонечку нарастает лор. Лор для шутеров, это не супер лор, не супер какие-то, знаешь, там персонажи и так далее, но потихонечку, помаленечку, аксели, ну, типа, делают красиво, молодцы. Смотрим дальше, смотрим. Граната, все дела. И даже самым бравым обученным бойцам элитного спецназа, зона 9, отсылка на пулеметную очередь, вот, показывают зону 9, да, ой, это, господи, Сакуру, вот, то, что они там противостояли могущественному мафиозному клану, и тут, наконец-то, новая глава. Новая глава, то, что мы так давно, ребята, ждали. Смотрим.
Каждая легенда связана с местом, где она зародилась. Да, и тут нам открывается карта, и мы видим что? Мы видим провинцию, мы видим Раст, мы видим новую карту Бриз, это у нас будет новая карта, которая будет у нас в 0.20.0, вот, сейчас будет у нас, получается, камера потихонечку отходить. Зона 9, мы видим также, мы видим Сэндстоун, и, о боже мой, что же это у нас такое, это у нас новый нож. Многие сидели, типа, гадали, что это Боуи, либо это Кукри, я скажу то, что это Кукри. Я думаю, то, что это Кукри, по-моему, ну, большинство людей, кто пытается разбираться в ножах, тоже говорят то, что это Кукри, дамы и господа, все окей. Ну и понятно, Греция, Кукри, все дела. Помните, я уже записывал для вас ролик о том, типа, что мы знали то, что будет Греция, типа, Греция, будет тематика Греция, а какой нож? Кукри, все понятно, не надо, никакие Боуи, на, Кукри, все, Кукри, новый нож. Смотрим дальше. И наша легенда рождается здесь. Мы видим прекрасно. Господи, как они, вот как аксельболды умеют делать классно синематики. Правда, почему-то 1.5 минуты, блинские аксельболды. Но умеют, молодцы. Да, и мы сразу видим. Так, ребятушки, давайте, да, я понимаю то, что там новый нож, там скинчики. Мы сейчас все это, сейчас мы досмотрим и будем по каждому пунктику проходиться, да? По каждому пунктику. Маленькая зацепочка, тут я буду все это дело разжевывать. А, вертолет, наконец-то прилетели у нас спецназовцы нападать на этих террористов, понимаешь, да? Вот, раз, второй, там третий, да, третий подходит. Бравые бойцы! Четвертый сезон под названием Legends. Legends coming soon! Окей, понятно, прекрасно. Итак. Давай смотреть, мы смотрим. Значит, получается, у нас дорога, провинция. А нет, тут в провинцию. Какой-то грузовичок. Эксельболт. Конверт, и мы что сразу видим? Нож-стилет. Это он самый! Это, ну, это имба-нож. Я уже вижу то, что он выглядит просто отпад. И я вижу... Вот, господи, смотри, он такой золотой. Там еще гравировочка такая змеи. Боже мой, что-то на Легаси похоже, но... Мне уже очень и очень нравится. Так, и он распаковывает конверт. Имба. Конверт. Кому, бихолдеру, сообщение? Break into the location and fire them up with own message. Короче, сообщение какое-то. Важное, видимо. И карта плента А, что, типа, им нужно что-то сделать. Ну, типа, видимо, надо и сжечь плент А, типа. Потому что у них канистра с бензином, с топливом каким-то, с горючим. И они припарковываются. И там какой-то дядька все прекрасно видит. Слушай, а видел ли ты вот что? Смотри, знак какой-то, это типа, как, ну, какой-то главарь какой-то, видимо, этой банды. Я не знаю, как это понять. Либо это глава какого-то подразделения. Так, открыл ему, получается, открыл им вход. Да вот они, долбереты, у него прямо вот здесь долбереты. Нет, слушай, теры выглядят стильно. Очень стильно выглядят теры. За это огромный лайк. Так, КТшник выцеливает. А, надо на позиции, понятно. Не, слушай, КТшник, ой, это просто разнос. Выглядит очень сочно. Задержал дыхание еще, да, дядь? И по шапке ему, правильно. Так, это М-ка, это мы видели. Ту-ту-ту-ту-ту. Канистру сбил. Поджигать. И они пришли поджигать. Смог. Так, ну, мы тут видим новое граффити. Но это сразу видно, что новое граффити, все дела. Не понимаю, как это, типа, прочитать пока что. Окей, и коктейль Молотова. Боже, да-да-да-да. Оно самое. И полетел коктейль.
коктейль Молотова! Боже, вы даже не представляете, как этот коктейль Молотова перевернет абсолютно всю игру! Перевернет абсолютно всю киберспортивную сцену! Вы даже не представляете, насколько коктейль Молотова — это очень важный игровой элемент! Просто попробуйте не играть в ММ, попробуйте играть в ММ без гранаты! Понимаешь, что это уже совершенно другая игра! Ой-ой-ой. Да. Мне интересно, очень важный вопрос. Будет ли смог тушить молик? Вот это прям, пожалуйста, вот показали бы, было бы вообще имба. И чел тер просто выходит с двумя долбиретами. Да это не обычные долбиреты, а с удлиненным магазином. С удлиненным магазином, и это, ну, это имба, это вообще фул имба, ребята. И скинчик, мы можем сейчас наблюдать скинчик, это, ну, типа, это разнос, реально. Это разнос, это фул разнос. Что за дядька такой смотрит, да, такой, похоже, что Аксель Болт действительно делает какую-то уже, какую-то историю, какая-то история какой-то организации и так далее. Вот, это довольно-таки интересно. Ухмыляется такой, хах. Пятый сезон, который называется Fireborn! Отлично, слушай, ну это имба. Аксель Болт. Срочные новости! Подожди, субтитры недоступны, понял. Что-то случилось. FID no comment. А субтитры! Что-то про Beholder сказали. О, это отсылка с прошлого сезона. Это провинция, точно. Это новости, типа, окей. О, что? Слушайте меня, цель вот эта вот. We need to infiltrate it as quietly as possible and find him. Нам нужно найти его. Какого-то... Это же тот ученый, который... Вспомните комикс. Это какая-то новая организация, только это организация, типа, ну, добрых чуваков, да? Новая карта. Но это не похоже на Sunstone. Или, нет, похоже на Sunstone. Похоже на Sunstone, чуваки. Новые скины! Все! Мы видим новых оперативников! Мы все видим! Let's go! Аккуратно! Зачистили новое оружие. Может быть, мы это все дело увидим. Новое оружие пока что я не заметил. Новые скины. Как же круто выглядит синематик! Так на уровне! Новый нож! Это новый нож! Туда его. Что? Treasure Hunter? Подожди, это очень похоже на Treasure Hunter, только это другой скин. Забрали. Туда. Подожди, это новая модель М-ки или мне кажется? Ага. Не, ну слушай, Юспик очень крутой. Да, это Sandstone, это террористы Sandstone, все, это Sandstone, чуваки. Обновленный Sandstone, все, нам обновили Sandstone, чуваки, все, это официально обновленный Sandstone. Очки профессора. Damn it. Черт. We're too late. Эрих Ройс. Это Sunstone? I think I know who it is. Это подстава, мужики, убегаем! Это подстава, шестой сезон. Sunstrike. Боже, сколько информации! Мы сейчас будем все это обсасывать, боже ж ты мой!